Афганистан в скором времени намерен принять авиарейсы из России и Турции. «Спутник». Самолеты из России и Турции вскоре прибудут в аэропорт Кабула. Об этом заявил директор управления гражданской авиации Маулави Абдул Хади Хамдар. Накануне в воздушной гавани сел первый после вывода войск США из страны коммерческий рейс пакистанских авиалиний. Известно, что на борту находилось не более 10 человек. Последние несколько дней у нас были рейсы из Бахрейна, ОАЭ, Казахстана, Катара и Пакистана, и вскоре мы запустим рейсы в Россию и Турцию, отметил Хамдар. Боевики радикального движения «Талибан-звездочка», захватившие власть в Афганистане, открыли воздушное пространство республики для иностранных самолетов 9 сентября. Напомним, взлетно-посадочная полоса и терминалы в аэропорту Кабула были сильно повреждены из-за взрывов, устроенных террористами 26 августа.